день, дорогие друзья! С вами мастерская «Ангел» – производство карнавальных или сценических костюмов. Меня зовут Янковская Анжела. То, что мы будем шить сегодня, украсит любой праздник, сделает эффектным любой танец и понравится всем зрителям. Потому что рисунки для наших сегодняшних костюмов придумала сама природа. Итак, сегодня мы шьем крылья бабочки. На примере бабочки-шоколадницы. Коллекция этих бабочек уникальна. Узоры для крыльев мы срисовали с настоящих бабочек. Мы выбрали самых красивых бабочек со всего света и создали эту коллекцию. Такую бабочку можно купить готовую или сшить самим из ткани, которая продается у нас, вместе с полным набором для пошива крыльев. Приступим! Возьмем ткань с принтом крыльев и выжигатель. По контуру крыльев аккуратно проводим выжигателем, оплавляем и сразу отделяем ткань. На готовых крыльях ставим отметки для резинок 62 см для пальчика, 35 для локтя. И отмечаем 10 см вниз по крыльям для притачивания крыльев друг к другу. То есть до этих меток крылья будут соединены друг с другом. Эти метки для локтя, эти для пальца. Складываем черный крепсатин пополам и чертим прямоугольник 8,5 на 36,5. В развернутом виде это получится 8,5 на 73 сантиметра. С этой стороны находим середину и откладываем 3,5 сантиметра по бокам. Соединяем. Помечаем середину на сгибе и откладываем по 7,5 сантиметра. Вырезаем. Разворачиваем деталь. Эти метки нужны для втачивания крыльев. Также понадобятся 2 резинки по 20 сантиметров и 2 резинки по 7. Детали готовы к пошиву. Сначала стачиваем друг с другом с лицевой стороны 2 крыла. Теперь закрываем шов. Сворачиваем и стачиваем крылья с изнанки, чтобы спрятать шов. Вот таким образом. Далее складываем пополам детали на шею метками наружу. Прокладываем строчку на 1 см, начиная со скошенных углов. В тех местах, где стоят отметки, не прострачиваем, оставляем отверстия. Выворачиваем. Заутюживаем деталь на шею. Когда доходим до отверстия, то сначала заутюживаем сгиб с одной стороны, затем подгибаем с другой и тоже заутюживаем. Также заутюживаем шов на крыльях. Деталь на шею прикладываем метками к выступу на крыльях. Совмещаем центральную надсечку с серединой выступа. Пришиваем с одной стороны. Заправляем внутрь деталь на шею ткань крыльев. Скрепляем булавками. Прокладываем строчку 1 мм. Пришиваем резинку к метке для локтя. Затем сгибаем резинку и прострачиваем еще раз. К метке для пальца пришиваем резинку 7 см. Затем также отгибаем и прострачиваем. То же самое повторяем для другого крыла. Крылья бабочки-шоколадницы готовы! Теперь вы знаете, как сшить крылья бабочки. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч! Ваша мастерская «Ангел».